Как говорится, весна покажет, кто где. В данном случае хотим посмотреть, что натворили наши любимые дорожники. Только поглядите на эти горы черного снега, которые в самое ближайшее время растают, и вся эта грязь, химия потечет в наши леса, реки и озера. И хочу отметить особое внимание, то что вот такой вот черный грязный снег идет на протяжении всей длины трассы. Вот этой многокилометровой дороги, по которой несутся машины, из которой всю зиму дорожники собирали грязный талый снег и просто выбрасывали его на обочину. Итак, дорогие друзья, мы с вами в самом начале нового платного участка дороги на Минском шоссе. За моей спиной целых 50 километров идеального асфальта, новых классных ограждений и современных пунктов взимания платы. Куда идут деньги, которые мы платим? Сколько из них тратится на дорогу, а сколько этих денег уходит на заботу об экологии? Разбираемся в сегодняшнем расследовании Экорейда. Ну вы согласны, что природу надо беречь и снег вывозить, но объяснить не можете, как он оказывается на обочинах, да? Мы видим, в каком состоянии на сегодняшний день находятся обочины российских автотрасс. Обращаю внимание, платных дорог. Это те дороги, за проезд по которым мы платим деньги, соответственно, рассчитываем то, что здесь будут соблюдаться все требования и нормы, в том числе и вопросы природоохранного законодательства. Потому что в первую очередь стоит задача обеспечить проезд пользователей по дороге. И если они будут, как вы говорите, прямо с дороги вывозить, вы, лично вы не проедете по дороге. Как снег там на скате оказывается. Цель сегодняшнего нашего расследования – проверить, в каком состоянии находятся платные дороги, что из себя представляют их обочины, какого качества снег на них лежит, сделать забор проб и посмотреть, что скажут в лаборатории, какое количество вредных примесей, химических веществ в них находится, чем это грозит нашей природе и кто, в конце концов, должен нести ответственность за вопиющее нарушение вот этого природоохранного законодательства. Подождите, молодой человек, если у вас есть какая-то претензия, есть адрес электронной почты, есть интернет, напишите в виде претензии. Да нет, у нас не претензии, мы просто пытаемся разобраться. Потому что я некомпетентно отвечаю вам на данный вопрос.